Поймаем. Давайте. Идем, идем. Блин, на автобусе не офигел. На переход выезжать. Хе-хе-хе! Пьяч! Ну-ну-ну-ну. Отлично, отлично. Че он сделал? Так, проследить нужно, да? Эй, come on! This ain't New York! Так, потиху. Что, провалил, что ли, блять? Ну как такое может быть? Ладно, бывает. Бывает. Давайте попробуем еще разочек. Блин, только не с самого начала, пожалуйста. Сейчас посмотрим, где мы засейв. Бля. Офигеть, с самого начала. Немножко поправили столбик. Так, вот еще раз просто хочу услышать, о чем они тут. Detective Phelps. Look, Phelps, in a minute a bagman named Rampley's gonna walk in here and put a mint on some horse running in the fifth. We don't care about Rampley so much as we want his boss. He's the one we're gonna put away for fixing the race. You're hoping Rampley will lead us to him. Bingo. Here's what you're gonna do. Ну, короче, ставки делают большие, и нам нужно проследить за чуваком, чтобы он привез, привел к его боссу. Вот в темном пиджаке. И нужно будет за ним проследить. Ладно. То есть это букмекерская контора, короче, какая-то. Бляха. Да садись ты, ёпрсты, аж что такое? Наконец-то. Догадался. Так, ну здесь понятно. Че, нельзя никак катсценку пропустить? Можно. Так, все, ладно, не будем тогда особо за ним гнаться. Эй, не проезжай. Офигеть! Блин, опять. Что за невезуха-то? Почему он тогда в прошлый раз не оглядывался? Интересно. Скажите мне, пожалуйста. Блин, снова все это заново. Подъезжать, приезжать, пропускать катсцены. Все, приехали. Так, садимся. Присаживайся, Кол. Так, пропускаем катсценку. Давай, 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 пропускай, пропускай. Yes. Все, выходим из-за стола. Читали газетку. Почему он не оглядывается вот сейчас? Ублюдок. Просто очень близко, наверное, к нему нельзя подходить. Иначе он тогда запалит нас. Не, не увидел. Глядите-ка. Оглянется? Нет. Зачем мне сейчас инкогнито? Если я вот так вот из угла буду за ним выглядывать. Эй, come on! This ain't New York. Что там случилось-то? Ага, еще разочек оглянулся. Оглянется. Нет. Все, теперь можно бежать. Эй, come on! This ain't New York. Сделал, босс. 20 к 1. На лошадь поставили. LAPD, вы под арестом. Точнее, вы арестованы.
Fuck. Блин. Так, один готов. Так, куда он? Где он? Нет! Почти завалил, ну отлично. Нам реально просто повезло. Бронежилет нас спасает. Блин, почему приходится всех убивать? Неужели нет какого-то дополнительного задания, где не нужно никого убивать? Уже надоели эти убийства, стрельба и т.д. и т.п. Машина 11К вызывает GGPL, требуется скорая. Нас код 4, но нужен эксперт и скорая помощь. Передал кол по рации. Садимся, мы прыгаем в машину. Смотрите, нам до следующего уровня совсем недалеко осталось. Может быть, мы, выполнив вот эту вот миссию, раскрыв вот это дело, связанное с наркотиками, получим достаточное количество опыта, чтобы перейти на следующий 19 уровень уже. Не знает. Ну, отлично. Так, все, едем сейчас на дело. В агентство едем. Сваливайте, сваливайте. Прям проедь, мне прям нельзя. Неплохо. Ты что, долбоеб что ли? Куда ты? Не видишь, люди едут. Прет, блин. Не терпится объехать. Так, несемся. Птичек не забить бы. Так. Где-то здесь, наверное, уже недалеко. Правильно. Сваливайте с полосы. Нет, не поедем сейчас никуда. Сейчас едем на дело. Так, вперед. Ух ты, здесь какие-то даже таунхаусы. Вот только стоило отвлечься. Блин, опять 5 звезд не дадут. Фак. Развернуться. Проехали немножечко мимо. Вот и... агентство по бронированию Джонса. 9 часов 28 минут утра. Кто-то там что ли из окна на нас смотрит. Посмотри на это место. Нужно много ума не надо, чтобы открыть тут агентство. Так. Стоп. У нас, по-моему, улики тут зазвенели. Да. Вон, Джонс, 238-я комната. Джермейн Джонс. 238. Шикарно. Вот 238. Чё, тут никого нет? Эй! Кто разрешил войти? А ты кто? Кем будешь-то? Вы ищете работу? Кем хотите стать? Ладно, сейчас разберемся с ними. С ними-то ничего тут нет. Привет, дядь. Джермейн Джонс. Воздал Флинке. Может, скажете, кто вы? LAPD. Мы хотели бы осмотреться здесь. You carrying a warrant? Из какого это перепугу вы будете тут обыск проводить? У вас есть ордер? Нет. Он нам не нужен, дядя. Обыскивай место, Коул. И что вы думаете здесь найти, а? Да. Так, радио, что ли? Scott Phantom. Fine radio.
Скотт Фэнтом. Хорошее радио. Коротковолновый. На частотах AM и FM работает. Так, я не помню. 275, по-моему, FM там было. Так. Во-первых, нам нужно повернуть на FM. Так. Теперь нам нужно настроить само радио. 275. Где-то вот здесь. Вот так. И нужно громкость. Опа! А это что такое? Жермен, а как ты объяснишь это? Эй, ребята, выведите их отсюда. Слышали, босс, валите нахер. Ну, блин, придется с ним подраться. Ну давай, 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 Кол. Ой, свалили. Сиди смирно, залупа. Не двигайся. Ну-ка, Кол, посмотри, что там в этом тайничке. Да, новые 50-долларовые купюры. Очень достаточно странно. Так. Это что такое? Too much for felony possession. I'm thinking intent to supply. Да, занимаются по-любому не для личного употребления, а занимаются распространением. Так. Вот снова Otis, какой-то номер. Your friend Fleetwood was also a betting man, Jermaine.